Мы беседуем с организатором турнира «Силамяя Ветеран Кап» Гусевым Юрием. Юрий, пару слов, расскажите немножко о турнире, почему вы организовали его и небольшая история. Ну, в 15-й раз проходит уже международный турнир ветеранов в памяти силамяйских тренеров Михаила Васильевича Мухина, Юрия Ивановича Барабанова и Евгения Степановича Петрова. В этом году, как никогда, большое количество участников. Из 5 стран ветераны приехали к нам. Это Россия, Латвия, Белоруссия, Финляндия и Эстония. Игры проходят в 2 подгруппах, 35 лет и старше и 45 лет и старше. Сейчас конкретно вот проходит 2-й день нашего турнира. Все проходит слаженно, позитивно. Ветераны получают массу позитивных, красивых эмоций. Ну и помимо всего прочего, понятно, что люди взрослые приехали к нам не только поиграть в футбол, но и немножко пообщаться. Вчера мы устроили им, ну назовем его так, вечер дружбы, вечер встреч. Посидели в непринужденной обстановке, пообщались, поговорили. Всем все нравится, и милости просим город Силамяя в будущем году, если вам уже за 35, пожалуйста, мы ждем вашей команды для участия в этом турнире. Ну, спасибо большое, делаете доброе дело. Встречаются ребята, которые между собой играли, ну, общие знакомые, новых знакомых ветераны находят. Вам спасибо за организацию турнира. Спасибо огромное, спасибо. Ждем вас в следующем году. Так, мы беседуем с представителем команды «Фосфорит Кингисепп». Представьтесь, пожалуйста. Конечно, Михаил. Михаил, вы очень часто приезжаете на наши турниры по ветеранам, за что вам большое спасибо. Несколько слов о турнире. Что нравится, может, что-то нам надо исправить, чтобы в будущем мы знали, как бы. Турнир сам по себе великолепен. Приезжаю я лично, вот уже 7-й, наверное, да, с 2012-2013 года, 7-й раз. Здорово все организовано, просто, динамично. Ну и уровень команд очень-очень неплохой, с учетом того, что приезжает и Петербург, в этом году новая команда Брянска. Выйдя в полуфинал, в общем-то, мы, наверное, где-то подтверждаем то, что всегда, без ложной скромности расскажу, в лидерах этого турнира. Ну, наверное, еще раз хочу поблагодарить организаторов за небезразличное отношение к тому, что они делают. Ну, действительно, получается. Спасибо огромное. Силамяя. Всегда с удовольствием приезжаем и будем приезжать и на следующий, и вне того, сколько нам лет, как я ребятам говорю, была наша пора, сейчас подрастает молодое поколение. Будем биться, будем соревноваться. Спасибо, Силамяя. Благодарим вас за интервью. Спасибо. С руководителем команды «Нева Спорт» Дмитрием. Дмитрий, пару вопросов. Вы постоянный участник турнира ветеранов «Силамяя». Вы практически каждый год приезжаете и практически каждый год боретесь за призовые места. Такой уровень футбола у вас в Санкт-Петербурге хороший? Ну, уровень футбола в Санкт-Петербурге, мини-футбола, в частности, да, он достаточно неплохой. Но в чем заключается смысл нашей команды? Здесь играют мои воспитанники, которые играли у меня в детских и юношеских и мужских командах. Вот. И мы просто собираемся своей компанией с женами, с детьми, приезжаем отдохнуть в хороший, прекрасный город Силамяя. Ну, значит, вы хороший тренер, с вашими воспитанниками вы еще все время в призовых местах. А по турниру хотелось задать, что нравится, что не нравится, чтобы, ну, что может надо исправить нам, как бы, ваши пожелания? Ну, формат достаточно хороший, количество участников достаточно неплохое, но, конечно, разочаровывает, что люди на второй день не выходят на поле. Каким-то там различным причинам, травмы, еще какие-то причины. И те, кто в предыдущий день вроде бы выходил, оказывается, вот из-за того, что результаты технические поражения, оказывается, что они не выходят. Это отражается на спортивном принципе. Может быть, проводить турнир в один день в 2 залах, кто ребята постарше будут, поменьше зал будет, а ребята помоложе в большом зале. Как вы смотрите на такую перспективу? Да, это будет, наверное, тяжело. 3 игры в один день и 3 игры в другой день – это оптимальный для нашего возраста режим нагрузки. То есть, в принципе, мы бывшие спортсмены, надо режимить и выходить на игры. Конечно. В любом случае. Конечно. Потому что очень проблематично не играть такое количество игр, а паузы между играми, и тяжело для организма.
хочу. Ну, то есть, два дня оптимальный формат отличный, турнира. Отличный формат. Все, благодарим вас за интервью. Спасибо вам большое. Ждем вас на новых наших турнирах. Спасибо, с руководителем команды Дебрянск, из города Брянск, который вот первый раз у нас на турнире. Вас зовут? Меня зовут Сергей. Руководитель команды еще раз Дебрянск. Пару вопросов. Вы приехали первый раз на наш турнир. Что вам здесь нравится? Что, может, надо изменить? Формат или какие-то пожелания, чтобы мы учитывали в будущем? Ой, вы знаете, понравилось все, гостеприимно, все приветливо. Отношения просто отличные, супер. Вот единственное пожелание, какие бы, ну, хотелось бы, может быть, чтобы это было в один день. 1-0, Кингисепп, фосфорит. Пожеланий особо больше нет, вроде все отлично, на хорошем уровне. Мы вас благодарим за участие в нашем турнире. Надеемся, что вы к нам еще приедете. Спасибо большое за интервью, Сергей. Обязательно приглашаем вас к себе тоже на турнир в сентябре. Спасибо за приглашение. Спасибо. Так, мы беседуем с представителем команды Baltic XL. Да, представьтесь, как вас зовут? Михаил Скоротович. Михаил, вы приехали к нам с города Риги. Вы приехали первый раз. Как у вас здесь понравилось вообще? Все неплохо. Организация неплохая, зал хороший. Настроение тоже. Как уровень команд вам тут? Нормально, нормально. Все плюс-минус равные. Как выступаете вы, расскажите? Ну, думаю, вторые останемся, скорее всего. Сейчас одну игру еще играем, выиграем и вторые. Ну, на следующий год приедете, если понравилось. Обязательно. Все, благодарим вас за интервью. Спасибо тоже. Беседуем с представителем команды «Фаворит Выборг». Представьтесь, пожалуйста. Во, Алексей. Тренер, да. Очень приятно, что вы к нам приехали. Вы к нам приехали первый раз, да. Как вас понравилось у нас? В предыдущей игре команде из Яунховайна засчитано техническое поражение со счетом 0-3. Я на самом деле к вам уже четвертый раз приезжаю. Приезжал в составе команды Нива Спорт. Мы у вас и выиграли этот турнир пару раз. Очень понравилось. К сожалению, уже вышел из строя из-за травмы, поэтому как тренер приехал в этот раз, привез команду, выбор фаворит. Мы представители Ленинградской области, как и Кингисепп, участвуем вместе с ними на первенстве области. Все нравится, проведение шикарное. Приехали, отдыхаем, душой и телом. Все, мы хотели поблагодарить вас за участие и ждем вас на следующих наших турнирах. Привет. Спасибо большое. Беседуем с представителем команды «Скобари Старс» из города Пскова. С Александром Гультяевым. Александр, пару вопросов. Вы к нам приезжаете уже не первый год, постоянно боретесь за призовые места. У вас такой уровень псковского футбола хороший или просто, ну, ребята себя поддерживают в форме всегда? Да, время летит быстро. Вот вроде мы недавно приезжали в 2011 году. Первый у нас турнир был. Мы сыграли удачно и помоложе были. Ну, время летит быстро, как бы мы немножко стареем. Ну, а насчет ребят я могу сказать, что да, поддерживаем форму. Два раза в неделю тренируемся. Плюс турниры. Ваш турнир нам очень нравится. Мы постоянные участники, приезжаем, все на хорошем уровне. Встреча ветеранские. Здесь уже не только играем, но общаемся. Получаем удовольствие. В свое время вы играли в Эстонии в команде Narva Trans. Как вам здесь понравилось? У меня только замечательные остались впечатления, вспоминания. Я часто вспоминаю этот год, наверное, сезон отыграл. Вот что, хороший уровень. Даже поучаствовали в каких-то какой-то опыт был. Только хорошие впечатления остались. Ну, мы вам желаем успеха в турнире. Вы претендуете опять на призовые места. Спасибо за интервью. Беседуем с представителем команды «Иван Город» Гей Гаезович. Пару вопросов для вас. Вы являетесь постоянными участниками турнира, приезжаете всегда к нам. Значит, как бы нравится вам? Да, очень нравится. Огромная благодарность за приглашение. Мы всегда с удовольствием приезжаем. Эстонию, Силамяев, Нарву, куда приглашают, Вихвы, Кухлоярви. Ну, вы на границе с Эстонией находитесь, мы часто ездим в ваш город. И хотели поблагодарить вас за участие в турнире, и мы всегда рады вам и ждем вас на наших новых турнирах.
огромное спасибо всем организаторам, всем участникам за приглашение. Приглашайте, всегда с удовольствием приезжать. Спасибо за интервью. Представителем команды «Плюс 45» Олегом Кашиным. Олег, мы вам зададим несколько вопросов. Вы постоянный участник турнира. Как вам сама организация турнира? Нравится ли все? Может, есть какие-то пожелания? Да нет, все хорошо. В принципе, команды многие известны. Каждый раз какие-то новые приезжают, что очень интересно. Вот у нас, конечно, 45 плюс в этот раз не очень пока идет. Но посмотрим, что будет дальше. Все хорошо с организацией, все огонь. Все красиво, тепло. Мы благодарим вас за то, что вы постоянно к нам приезжаете. Ну, спасибо большое за интервью. С представителем команды «Силамия 45», а также судьей, который обслуживает матчи высшего чемпионата Эстонии по футсалу, Романом Триал. Роман, как вам турнир? Нравится ли все организация? Может, что-то есть пожелания какие-то? Абсолютно прекрасный турнир, организовано отлично. Радует, что все команды, которые были запланированы, все приехали на этот турнир. Очень приятно встретить своих старых знакомых, с которыми раньше футбол играли. Все на замечательном уровне. 100% удовольствие. Все, благодарим вас за участие. Спасибо за интервью. Мы беседуем с представителем команды «Новоцентр» КФРВ. Петр Янушкевич, заслуженный ветеран, Николай, который постоянно участвует в наших турнирах, чемпион Эстонии по большому футболу. Николай, и мы зададим пару вопросов. Как вам нравится организация турнира? Может, есть какие-то пожелания, что-то исправить? Ну, скажу, я не знаю, вот играл вчера первый день, мне очень понравилось, организация на высшем уровне, все хорошо организовано. Спасибо только. Настроение хорошее. Все хорошо, замечательно. Ну, мы очень рады, что вы к нам приезжаете, потому что вы показываете искрометный футбол. Вы всегда хотите выиграть и приятно видеть. Уважаемые болельщики, с небольшим опережением идет команды «Фортуна» Хельсинки Александром Ивариным. Александр, вы частенько приезжаете на наш турнир, вы сам житель этого города. Ну, немножко расскажите, как вам нравится организация, может, что-то нам исправить надо? Да нет, турнир как бы проходит в очень хорошей атмосфере, дружественной. Как бы. Да, хотелось бы, конечно, чтобы игры в воскресенье не проходили в субботу, финальная часть. И ветеран уже тоже вот сейчас пообщался с ребятами, как бы хотят, чтобы 5 на 5 все-таки уже играли, а не 4 на 4 многовато. Большое поле, слишком бегать уже тяжеловато. А так все отлично, просто супер организация. И будем дальше приезжать на турнир. Приятно было встретить кучу друзей. Всех, как бы, очень все хорошо организовано. Приглашаем всех участвовать в этом турнире. Приезжайте. Отличная атмосфера, просто супер. Спасибо вам большое, мы вам тоже рады всегда и ждем вас на следующих наших турнирах. Спасибо. Будем учитывать ваши пожелания. Так, мы беседуем с победителями турнира «Силамия Ветеран Кап 2020», представителем и лучшим игроком команды «Нарва Юнайтед» Ринатом Османовым. Ринат, мы знаем, играете еще в высшей лиге чемпионата по футзалу, вы неоднократный чемпион Эстонии, призовые места занимали. Поэтому неудивительно, что вы стали победителями турнира по этому возрасту. Как вам сам турнир и его организация? Абсолютно классно. Я участвую второй год уже, потому что мне уже стало 36 лет. В том году было 35. В том году тоже победили. В этом тоже победили. Да все классно, абсолютно. Я с удовольствием в Силамяе приезжаю. Мне очень нравится зал, очень нравится организация. Всегда все классно. Всех очень много людей здесь знаю, со всеми знаком и со многими играл. Абсолютно классно, я очень доволен и буду каждый год приезжать, когда будет возможность. Мы вас поздравляем с победой, спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое, да.